Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в мастерской замечательного русского художника Дмитрия Шмагина. Я с ним очень давно знаком, и поэтому мы фактически ровесники и соратники, единомышленники. Вот, Дмитрий, приветствую тебя. Добрый день. То, о чем ты пишешь, вот, в двух словах, вот, мне кажется, это как раз вот боль и печаль о родине, о той России, которую мы потеряли. Ну, расскажи от начала своих, чтобы люди знали о твоих корнях, потому что самое понятие главное – это коренное понятие. Вот, и о твоем творчестве, образовании, там, Сойковские годы. Ну, в общем, да, ты правильно сказал, Олег, что действительно это воспоминание, боль о нашей Великой России, о нашей Святой Руси, основная тема моего творчества. Вот. А как я, собственно, пришел к этой теме? Ну, путь такой во многом для художников обычный, для современных. Родился я в Москве, отец у меня москвич, вот, дедушка папин тоже москвич, а бабушка из Архангельской области, с севера, с дальнего. Вот, поэтому север мне очень близок. А вот мама у меня с юга, Северный Кавказ, Кубань. Вот она кубанская казачка. Родилась в станице Хадыжинской бывшей, город Хадыжинск. И поэтому, собственно, каждое лето я проводил бабушку и дедушку на Кубани. Поэтому мне также близок и юг России, Кавказ, Кубань, вот эти вот казачьи места. И, собственно, вслед за Василием Витальевичем Шульгиным могу повторить, что вся Россия моя. И север, и юг, и запад, и Сибирь. То есть везде я чувствую себя на родине. Все это моя любимая Россия. Вот. Родился и вырос в Москве. Сначала ходил с 8 лет в детскую художественную школу. Вот. Потом поступил в Московскую среднюю художественную школу при Суриковском институте. Такой традиционный путь для многих, да, художников. Да, для многих художников. Знаменитая МСХШ, да, которая еще была образована усилиями Горбаря, нашего замечательного живописца, до войны, еще в 30-е годы, вот, как школа для одаренных детей. И, собственно говоря, она просуществовала сначала там 40-х, всю войну в эвакуации просуществовала Московская средняя художественная школа, потом вернулась в Москву. И мне повезло, я учился в здании в старом, в Лаврушинском переулке, прямо напротив Третьяковской галереи. Собственно, школа была чудесная, потому что само здание, сам район Замоскворечье, купеческое такое Замоскворечье, которое Шмелев описывает в своем «Лете Господнем», Кадышевские переулки, Лаврушинский переулок, каждый день бегали в Третьяковку. У нас были удостоверения мсхэшовцев, нас пускали без очереди, и сами педагоги нас направляли, говорили, что вот пойдите, посмотрите, как там, скажем, у нас был натюрморт, керосиновая лампа горела, какие-то старинные предметы, вот. И вот наш педагог по живописи, Владимир Александрович Ефанов, замечательный педагог, говорил, сходите, посмотрите Ярошенко Кочегара, как он писал там огонь, как он писал тени плотные такие густые, вот, сходите, посмотрите Сурикова, сходите, посмотрите Репина, Крамского. То есть, конечно, неразрывная такая ниточка от великого русского классического искусства, от великого русского классического реализма. Она, собственно, прям приходила к нам в МСХШ, собственно, через дорогу все это находилось от нас. Ну и хочется вспомнить в МСХШ замечательных педагогов. Николай Михайлович Кондрашин, вот рисунок у нас преподавал. Вот, Сергей Иванович Никифоров, Владимир Александрович Ефанов. Это все вот мои любимые педагоги, которых отличало такое очень горячее отношение к делу, то есть такие горячие сердца. Они жили искусством, любили искусство. И вот эту вот любовь к искусству они, собственно, передавали нам, совсем молодым ребятам. Я поступил в МСХШ, когда мне было 13 лет, не с первого класса. И, конечно, атмосфера вот искусства, которая нас окружала, незабываемая совершенно атмосфера. Вот, потому что мы, собственно, жили высоким классическим искусством, жили живописью. Но интересно такое тоже воспоминание, что у нас все мсхэшовцы делились на три группы. Одна группа были дети творческой интеллигенции, то есть дети художников, артистов. Училась вот дочка Вертинской с нами вместе, учился сын Ливанова. Вот, дети многих художников знаменитых. Со мной в классе училась Настя Соколова, внучка Кукрыниксов. Вот. Вторая группа были ребята-москвичи, но из семей нехудожественных, как вот у меня родители инженеры простые. А третья группа были ребята иногородние, которые съезжали со всей России. Они жили в интернате при школе, интернатовские. Ну и, собственно говоря, вот эти вот иногородние, они были самые талантливые. Самые талантливые, самые работоспособные. То есть я как-то все время к ним тянулся. Вот.
Ну, в частности, вот ребята Юра Кротов, тоже заканчивал Лазуновскую мастерскую, Батоду Горжапов, Игорь Ларионов, Эдди Григорьев, вот, Леша Горелов. То есть замечательные такие художники-живописцы. И, собственно, сама атмосфера искусства была очень такая насыщенная. То есть слушали классическую музыку, читали литературу великую русскую. Ну, любимые писатели, конечно, Достоевский, Гоголь, Пушкин. Вот. Изучали альбомы старинные. Когда были какие-то выставки, проходили, я помню, выездные в Пушкинском музее, привозили Дрезденскую галерею, билетов было не достать. Вот. И мы шли в Пушкинский из урны. Значит, утаскивали использованные билетики, и потом на газетной бумажке рисовали их через стекло карандашом, подделывали. Вот, подкрашивали акварелькой, там, зеленый или розовый. И по этим билетам шли в Пушкинский, смотрели там Тициана, Веронезе, вот, Тинторетто. Потрясающие, конечно, просто работы, которые, ну, собственно, вдохновляли на творчество, вдохновляли жить искусством, служить искусству. И я помню, что вот эта атмосфера масхэшовская, она очень во многом сформировала, собственно, художника и во мне, и в моих коллегах тоже. Потому что уже тогда нам было 14, 15, 16 лет. У нас, собственно, была одна единственная мечта – стать художниками. Стать художниками и стать художниками именно такого вот классического, реалистического русского направления. Ну и вот Суриковский институт, как такое логическое продолжение было, да, образования. Да, да, да. Поступил в Суриковский в 85 году, сразу после масхэша. Вот, поступил на живопись, но меня после месяца учебы забрали в армию, пришлось 2 года отслужить. Ну, слава богу, служил в Подмосковье, а как бы художники в армии очень нужны, и поэтому я рисовал тоже там всякие картины военные, штурм Сапун горы копировал, портреты военачальников. Вот, и мне, собственно, повезло с местом службы, я служил в поселке Баковка Одинцовского района, а нас каждый день возили на грузовиках в генеральный штаб, на Арбат, вот это белое здание Министерства обороны. И, собственно, у нас часть ребят, она служила в новом здании генштаба, а я служил в старом здании генштаба, это Александровское военное училище, вот еще царское дореволюционное училище. И там, конечно, вот эти потолки там 5-7-метровые, старинный паркет еще дореволюционный, лепнина, сама атмосфера такой вот именно царской России. Вот, внутренние дворики очень красивые, весной там яблони цветут, фонтанчики бьют. Ну, в общем, с местом службы мне повезло, слава богу. Вот, так что 2 года отслужил. А потом, когда вернулся из армии, то вернулся в Суриковский институт, пошел на первый курс, в мастерскую Даниличева, вот, и мастерскую Шацкого. Замечательные педагоги тоже, старой формации такой, тоже очень, которые любили студентов, молодежь, которые с нами занимались. Вот Шацкий Иван Васильевич, он вообще каждый день просто от звонка до звонка возился с нами, объяснял, напрягал, то есть такая высокая энергия была в мастерской, потому что некоторые педагоги, они как бы тоже приходят, появляются, но более-менее чаще, реже. Но Иван Васильевич такая горячая душа, он прям каждый день от звонка до звонка, то есть со студентами возился, просто наставлял, объяснял какие-то секреты мастерства. И вот Данильевич Александр Тимофеевич, тоже это, собственно, художники старой формации такой, вот, которые через, собственно, свой опыт, свое мастерство передавали вот традиции русского искусства молодым студентам. Ну, это немаловажно, потому что вот именно на традиции это основное, что мы должны сохранять, приумножать. И то, что вот дипломом стала твоя, где-то уже ставшая как лейтмотив твоего творчества, тема рассказачивания, вот эта боль Дона. Вот немножко об этом, как ты вживался в тему, материалы собирал. Ну да, тема такая очень драматическая. Она мне близка, потому что у меня мама с Кубани, кубанская казачка. Сейчас город Хадыженск, раньше станица Хадыженская была. Каждое лето я ездил туда к бабушке, к дедушке. Там, собственно, мои прадеды тоже погибли в гражданскую войну. Потом я их могилку нашел братскую в станице Кабардинской. Станица Кабардинская, там, в 5 километрах от Хадыженска, как раз место рождения моей бабушки Говоровой Раисы Петровны. Вот. И это вот тема именно перелома 17-го года, вот этой катастрофы 17-го года, когда Россия, тысячелетняя Святая Русь, которая шла по пути православия, вот, 1000 лет со времен великого русского князя Владимира, и которая управлялась помазанниками Божиими, которые вели свой народ по пути православия. И вдруг случилась катастрофа 17-го года. Случилась великая эта революция страшная, которая, собственно говоря, сломала весь уклад русской жизни, вот, которая Россию православную просто превратила в Россию безбожную, сатанинскую, когда власть захватили
просто убийцы, разбойники, бандиты. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот тема трагедии русского народа, тема трагедии казачества, она начала волновать меня еще со второго, с третьего курса института. И вот первый эскиз расказачивания я сделал на третьем курсе в 1990 году, полутораметровый холстик. Но тогда уже в 90-е годы стали появляться материалы, то есть правда о революции, о гражданской войне. Вот. И как, собственно говоря, истреблялось казачество этой безбожной властью. Почему истреблялось казачество? Потому что кто такие казаки? Многие их записывают в отдельный народ, отдельный этнос, вот, отдельный субэтнос. На самом деле это такая же неотъемлемая часть русского народа, как и сибиряки, скажем, поморы. Вот. Но казаки – это люди, которые жили по окраинам русского царства и которые каждый день сталкивались с опасностью. То есть это постоянные набеги кочевников, разбойников, это дикая степь, Кавказ, Сибирь. И поэтому эти русские крестьяне вынуждены были брать в руки оружие, чтобы защитить себя и свои семьи. И вот таким образом появилось казачество. Вот. Запорожское, Донское, Кубанское, Сибирское. Ну, всего 11 казачьих войск было перед революцией. И, собственно говоря, вот Михаил Назаров, он дает хорошее определение, что казачество – это условие выживания славян во враждебном окружении. То есть, когда славяне попадают во враждебное окружение, то, чтобы выжить, они становятся казаками. То есть, те же самые крестьяне просто берут в руки оружие и становятся воинами. Вот. И поэтому для безбожной вот этой сатанинской красной власти казаки чем представляли угрозу? Тем, что они очень легко организовывались, оказывали вооруженное сопротивление. И в частности, вот все эти области казачьи – Дон, Кубань, Сибирь – они как бы стали такими осколками русской государственности, куда, собственно, собирались офицеры, священники, наши владыки церковные, вот. Как раз владыка Антоний Храповицкий, митрополит Вениамин Фетченков, они все как раз вот уехали на юг, и там вот под защитой Белой армии продолжали свое служение. Ну вот. И поэтому с казаками коммунисты, большевики расправлялись особенно безжалостно. Ну вот знаменитая директива 24 января 1919 года Совнаркома, директива Свердлом подписана другими членами Совнаркома об истреблении казачества. Вот. То есть было предписано просто провести массовый геноцид, массовое истребление, уничтожить население казачьих станиц, то есть юга России, Дона, Кубани, Терека, Волги, заселить эти места иногородним элементом, привезенным откуда-то из других областей, чтобы уже застраховать себя от всяческих попыток сопротивления. А казаки, собственно, вели такой патриархальный образ жизни. Вот. Они стояли за веру, за царя, за отечество и очень легко брали в руки оружие, когда кто-то покушался на этих ценностей. Ну, в частности, например, уральское казачество, оно особенно пострадало. Там вот Чапаев, знаменитый Чапаев, очень много как раз пролил крови. Так вот, уральские казаки, они просто называли красных антихристами, говорили, что пришли безбожники, антихристы, и с ними нужно сражаться до последней капли крови. И, в частности, тот же самый знаменитый Чапаев, он издавал свой приказ, что нам нужно не просто захватывать территории, захватывать какие-то пункты, а нужно уничтожать живую силу противника. То есть что? Нужно просто физически истреблять население. Потому что пока мы население не истребим, мы не будем застрахованы от восстаний. И, собственно, тема вот этих вот страшных казней, вот, она стала темой моей дипломной работы. В 90-м году я написал первый холст расказачивания. Ну, сюжет, собственно, да, казаки, которых вывели на окраину станицы. Тут же станичный батюшка-священник, тут же старики, молодые казаки, женщины, дети. Все приговорены к расстрелу. Вот, приехал отряд чекистов, отряд красных с пулеметом. На глазах у всей станицы сейчас готовится эта казнь. Вот. И когда я написал эту работу, то меня очень поддержал Вячеслав Николаевич Забелин, мой профессор на третьем курсе, в чью мастерскую перешел после второго курса. Даже неожиданно для меня, когда он увидел эту картину, он говорит: слушай, молодец, ты такую тему поднял. И, в общем, решил ее интересно, в белых рубахах, на таком сером фоне, как мученики стоят эти казаки. Он мне центральное место дал на просмотре, вот, всячески меня поддержал. И Александр Сергеевич Трофимов был у нас проректор, он, по-моему, у вас потом в академии преподавал в Глазуновской, тоже замечательный художник, русский патриот. Он тоже поддержал эту тему, даже дал мне за нее премию Московского фонда культуры за эту картину. И, собственно говоря, как-то вот эта тема, она уже определилась у меня на диплом. И потом я ее же взял на диплом, и дипломный холст 2 на 3 метра тоже был посвящен этой вот теме расказачивания. А потом, по итогам диплома, меня уже Ткачева приняли в свою творческую мастерскую сюда, в Российскую академию художеств, где вот по сей день я продолжаю работать под руководством братьев Ткачевых. Да, у тебя, видишь, такой
радостно-поступательный путь и без каких-то резких отклонений, рывков. Вот. Потому что ну, тема-то сложная. Потому что вот, сказать, ну вдруг пришли какие-то коммунисты, вдруг. Оно не вдруг, оно из-под вышло на самом конечно, деле. Конечно. И даже тот же террор, который был обозначен Янхелем Гаухманом Яковом Свердловым, он как раз и предполагал вот, тотальное уничтожение. Да. Началось с Верхнего Дона, Вешенска как Вешенская, раз. Вешенская, да. Вот. И поначалу доверились казаки, да? Да, почему открыли это, фронт, пустили почему красных. Почему-то и произошло, вот как-то да. Так поверили советам. Да. Вот. Там, как бы советы без коммунистов, у них такой, да, да, такой да, был да, лозунг-то да. Основной. Угу. Вот. А потом, когда вкусили, когда кровью вот это все начало хлестать, террор, красный террор – это страшная вещь. Я... Тема-то у тебя такая очень такая беспокойная. Вот ее нельзя сказать, что это просто вот, картина на тему такую-то. Это картина о боли, допустим. Что мы знаем об этом? Мы сегодня как-то так вот... у нас выработался такой иммунитет спокойной жизни. Такой, за нас все придумают, за нас все решат. Там, да? Но когда сдавали Великую Империю, Великое Царство, и истязали сатанинские царя царской семьей, и я знаю, что тебе близка царская тема, и нашего государя, который по сей день остается нашим царем юридически, да. Он не отрешен от престола, он остается юридически. Потому что все остальные потасованные документы мы не берем в расчет. Совершенно верно. И то, что вот осталось там примерно 40-45% казаков, и там уральских там буквально 10-15%, это страшная вещь. Действительно, заселяли эти территории маргинальными какими-то людьми со Средней России, так, чтобы перемешать, сбить да, вот да, эту да, пассионарность да. Казаков. Угу. Да. Это страшная вещь. И... Ленин негодовал, страшным образом негодовал, он говорит, как так, у нас в тылу такие вооруженные формирования. Да, 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 да. Но при этом он был очень хитрый, Ленин, действительно, сатанинская хитрость. И когда началось это Верхнее Донское восстание, в Вешенской, в Казанской, в Мигулинской, он сказал, что раздавить беспощадно, бросить все силы, все войска, красных курсантов, чекистов. Вот. Но когда не получилось, когда раз за разом красных разбивали казаки, то Ленин изменил тактику и сказал, если не удается взять силой, надо взять хитростью. Пообещайте им амнистию, пообещайте им прощение всех преступлений, оставьте им старые прежние названия, пусть ходят в церкви, пусть молятся, оставьте им штаны с лампасами, фуражки. Вот, не нужно раздражать население. Но потом, когда мы наберем силу, мы с ними разделаемся. Ну, собственно говоря, да, так же, как было с комдивом Мироновым. Да, 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 совершенно верно. А вот, который много как раз поплатился тем, что был обманут. Да, фактически да. Использовали. Его использовали, его, да. Потом пристрелили без суда и следствия в Бутырской тюрьме с вышки. Ну, а потом уже срезали лампасы всем и запретили русский дух, вот именно дух свободы, дух... Потому что Господь дает свободу, и никто его не может отнять. Да. Вот, вообще, основным-то законом государства должна быть не Конституция, а Евангелие. Да, да, мы да, это немножко верно. Привыкли к тому, что нам дают как само собой разумеющееся, но по своей сути русский это есть православный человек. А вот да. Среди казачества испокон веку православие было основным понятием, за которое умирали. Не только за землю, за территорию, за родственников, да, за веру Христову. Да, 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 да. Ну вот в частности, Гоголь я недавно перечитывал Тараса Бульбу. Вот, замечательное тоже произведение. Он там называет казаков рыцарями православия. Вот. И, собственно, вся борьба, которую описывает Гоголь в Тарасе Бульбе, она идет за православную веру. То есть, вот то, что сейчас называется Украиной, вот это недоразумение государственное, никогда, собственно, там даже слова такого нет у Гоголя. Русские казаки, русские воины, русские рыцари, Тарас Бульба, все другие запорожцы. Они все сражались именно за Русь, за веру православную, против вот этого иноземного, иноверного нашествия. Против этого католического нашествия, которое несли им поляки. Против унии,
Вот, против вот этого просто истребления православной веры на Украине. Ну, и потом, вот смотри, то идольство, которое сейчас до сих пор происходит, это памятники Ленину, виллу. Да. Вот, если мы читаем пророка Даниила, то мы прекрасно помним, что был создан культ языческого бога Вилла, да, которого Даниил посрамил и обличил. А Вилла как раз Владимир Ильич Ленин. Да, то есть изначально он был не Ленин, а Левин. Потом хитростью поменяли одну букву, чтобы не так демонстративно было. Я не знаю, когда это все произойдет, вот это отрезвление, вот это осмысление. И то, что ты делаешь, это очень важно. Потому что люди должны вот бодрствовать. Да? Вот, как мы помним в Евангелии с учениками, Христос говорит, бодрствуйте. Это не значит, что просто вообще не спать, а быть в духе. То есть в любой момент, зачем застану, затем судить буду. И то, что ты пишешь, это как раз вот призывает к бодрствованию, вот такому вот духовному понуждению, потому что Царство Божие нудится, да? Вот. И средствами искусства, слава Богу, тебе вот удается. И вот сзади меня картина тоже на тему вот прощания, да, потому что человек вот уходит на войну, ну, да, как он будет, война, да, сложится его судьба. То есть у тебя цикл вот картин как раз о том памятовании той Святой Руси, той России, которая от нас утеряна. Может быть, она восстановится. Да. Ну вот можно сказать, что основной девиз такой, да, картин моих, это, собственно, дорогие каждому русскому сердцу слова «За веру, царя и Отечество». Это, собственно, тот девиз, которым жила, росла и ширилась наша Россия тысячу лет. За веру, царя и Отечество. Дороже этих понятий нет ничего для русского человека. Вот. И поэтому хотелось бы своими картинами рассказать именно правду. Ту правду о том, какая была Россия до революции, что такое революция, что с ней случилось после революции. По мере силы, возможностей, с Божьей помощью просто показать те образы, из которых состоял вот этот вот страшный трагический период русской истории. Вот. Ну и, конечно, тут очень много, да, помогают книги, то есть дневники императора, святого благоверного князя Николая II, вот, мемуары современников, воспоминания там, того же Врангеля, Деникина, того же Петра Николаевича Краснова, Андрея Шкуро, других свидетелей вот этих событий страшных, того же товарища обер-прокурора Священного Синода князя Николая Живахова, да, замечательные воспоминания, где он, собственно, описывает, что такое революция. Ну и в частности о революции тоже недавно я прочел воспоминания Брусилова, знаменитого нашего генерала, Брусиловский прорыв, многие об этом слышали. Вот. Про него тоже много очень лжи нагромождено. Говорят, что Брусилов перешел на сторону советской власти, стал служить Красной армии, принял коммунистическую власть. А я недавно прочитал его мемуары, два тома купил. Вот. И там есть последняя глава, которую он написал уже на склоне своих лет. Причем он ездил, его отпустили лечиться за рубеж, по-моему, в Карловы Вары, куда-то там, в Чехию. Он там написал последнюю главу своих воспоминаний и оставил там в сейфе, в банковской ячейке, и сказал опубликовать через какие-то годы после моей смерти. И там вот в этих своих воспоминаниях Брусилов пишет следующие вещи. Он говорит, нас долгие годы учили тому, что в России произошла социальная революция, что якобы происходят какие-то социально-общественно-политические процессы, что меняется формация, власть рабочих и крестьян приходит и так далее. На самом деле, прожив в России все эти события, я понимаю, что все это ложь, что никакой социальной революции в России нет, а есть борьба дьявола с крестом. Потому что то, с какой сатанинской энергией большевики борются с христианской церковью, с православной верой, говорит о том, кому они служат, большевики и советская власть. И дальше он добавляет, что на самом деле, по моим наблюдениям, большевики вовсе не являются самостоятельной такой политической силой. Они находятся всего лишь как лакеи в темной прихожей каких-то мировых закулисных сил, которые ими управляют, которые их направляют, которые ими руководят. Но, собственно, свидетельство Алексея Алексеевича Брусилова, царского генерала, который своими глазами видел все эти события, происходящие на его, собственно, биографии, они, я думаю, да, дорого стоят. И потом, по поводу его служения советской власти, он описывает моменты, когда к нему приходили эти деятели советской власти и просили выпустить какое-то воззвание от имени знаменитого царского генерала Брусилова, обращение к офицерам царским, к солдатам Белой армии.
И Брусилов говорит, я неизменно отказывался, говорил, что я как бы старый больной человек, я не буду этого делать. На другой день все советские газеты выходили с воззванием генерала Брусилова, подписанное его именем, о том, что он призывает всех офицеров царских, всех солдат переходить на сторону Красной Армии, служить. Брусилов говорит, когда я с возмущением шел в редакцию, звонил, обращался, надо мной просто смеялись и говорили, уходи отсюда, старик. То есть большевики, как слуги дьявола, основное их оружие была ложь. И эта ложь, она просто не имеет границ. Они могли написать что угодно, от чего угодно имени, как угодно исказить действительность. Вот. И поэтому, собственно говоря, задача художника, современного православного художника, показать и рассказать правду о русской истории этого трагического периода. Дорогие друзья, мы пытаемся средствами искусства постичь темы очень сложные, темы нам очень важные, дорогие, потому что искусство – это часть нашей жизни. И благодаря художникам, такие как Дмитрий Шмагин, неравнодушных людей, мы чуть-чуть приподнимаем завесу вот тех событий, которые сегодня прикровенны от нас, и к которым мы должны относиться с чувством уважения, иногда скорби, печали, но неизменной веры, что Христос победит в наших сердцах.